В данный момент времени мы пломбир наносим на стену. Показываю. Вот с помощью мягких, нежных движений. Это мастер, у него 7-й уровень допуска. Вот он наносит, потом нежно, да, мастерком прикладывает. Он это делает регулярно, качественно. И самое главное, он любит свою работу. Это еще и художник, это еще и творческий человек, который с инструментами работает, как со скрипкой. Одним словом, девушки, которые его окружают, они ценят его ловкость и мастерство. Мы учимся, обучаемся. Если вы хотите иметь качественную работу...